Там рады доделаю, все, это крайне, это уже забивающе. Сегодня, 1 марта, я включился в челлендж. Я очень соскучился по челленджам, я верю в челленджи, я вижу, насколько это делает жизнь эффективной. Видео будет очень короткое, просто сегодня 1 марта и 11-дневный челлендж под названием «Цифровой детокс». Только 11 дней, 4 ежедневные цели я беру на себя. Вы можете, если вы принимаете участие в челлендже, вы можете взять на себя любые цели, которые вам нужны. Идея, если вы помните, что-то вы добавляете в жизнь, а от чего-то вы отказываетесь. Вот в моем случае главная идея — отказаться от залипания в экране телефона. Поэтому название у челленджа — «Цифровой детокс». Зачем вообще нужны эти челленджи, вы спросите? Челленджи, вот для меня лично, это вот основа мужчины, основа эффективности мужской. Потому что мы, в принципе, если посмотреть, и для мужчины это очень важно, мы в процессе нашей жизни, мы все время следствие каких-то посторонних на нас влияний. Вот ты утром проснулся, у тебя какая-то жизненная ситуация, тебе надо проснуться, что-то обсудить с женой, она тебе надавала заданий, тут надо детей куда-то отправить, ага, ты тут это делаешь, тут на работу приезжаешь, там тебе шеф какие-то задания дает, даже если ты босс, там налоговая, какие-то директивы от правительства, условия бизнеса, в общем, ты все время выполняешь, ситуация случается, и ты как ее следствие, ты такой, а, ну да, хотел другое что-то сделать, но срочно надо делать это. И ты все время выполняешь наваливающиеся на тебя проблемы, у тебя даже нет времени остановиться, о чем-то задуматься, куда ты идешь, энергию как-то приподнять, понять, куда ты двигаешься, какие твои цели дальше, потому что все время надо перебирать, ну, кучу туфты в жизни. Есть очень нужные вещи, которые нужно делать, но есть куча туфты, которая вот засоряет нас. И вот челлендж — это такая вещь, когда ты являешься первой причиной. Вот утром у тебя на работу, здесь на детей в садик, там что-то жене купить или вместе на покупки поехать, закуп, шопинг, на работу, босс, это. Когда ты ставишь лично задачу, и ты лично понимаешь смысл этой задачи, может быть, для всех она дурацкая, но именно для тебя она крутая, ты врубаешься, что ты хочешь выполнить, ты хочешь увидеть результаты, ты хочешь приложить энергию, усилия на это затратить и получить удовлетворение. Вот самое лучшее — это челлендж, потому что челлендж, он дает именно это удовлетворение. Именно для мужчины очень важное ощущение, что он понимает, что он делает в этой жизни, что он не винтик в чьей-то игре, а он прям база, он основа, он бог в том, что вот сейчас он придумал делать челлендж. Commando. Классно, есть с Лакшми, а возможно и Парвати, да, кто знает, напишите в комментах. Я тут накидал, из чего состоит челлендж. 4 ежедневные на 11 дней задачи, которые я помимо всего остального, помимо, я должен найти, спроектировать свое время, свой дневной schedule, расписание, чтобы их туда вместить. Первое. Цифровой детокс. Что включает вообще моя идея цифрового детокса? Ну, вы все знаете, цифровой детокс — это когда ты на какое-то время ты выходишь из мессенджеров, ты перестаешь общаться, ты минимизируешь максимальное общение в телефоне. Почему для меня это так важно? Ну, для блогера, для человека, который все время монтирует по 10-12 шортсов в день, по 3-4 видео в неделю, ответы на сообщения, ответы в личке. Я веду 4 телеграм-канала, в телеграм-личка, в фейсбуке, в инстаграм, в ватсапе. Все надо обсуждать, кому-то благодарить, спасибо, что смотрите, это. Я понял, что я не живу на Гуа, я живу в телефоне. И я не смогу полностью от этого отказаться, потому что это часть моей идеи, я иду по этой блогерской теме. Но что конкретно, шаги, какие я буду предпринимать по цифровому детоксу. Первое. На эти 11 дней я буду меньше писать постов в телеграм-каналах. Меньше буду участвовать в телеграмской жизни. Второе. Перед каждым включением телефон берешь, нужно точно ответить себе на вопрос, зачем ты это делаешь, что конкретно тебе сейчас там нужно, и главное, сделать только это. Ни в коем случае, о, это что за телочка, так, и пошел, улетел свайпить, скроллить ленту. Нет, ты поставил себе цель, ты зашел, ты выполнил цель и на этом обрубил. Вот этот второй шаг, который я буду использовать. Третий.
все развлекательные видео, вечернее, за едой или во время тренировок, я буду смотреть на английском языке. Получается, я буду убивать и вторую задачу челленджа, которую попозже узнаем. И четвертое, вот это очень важный момент, он очень тонкий психологически, особенно для людей, потому что мы все хотим общаться, мы коммуницировать хотим, мы хотим привлекать внимание с разными целями, может быть, даже у нас есть и какие-то бизнес-проекты, которые мы хотели бы обсудить вот с человеком, например, со мной, как с блогером, часто выходят на общение по поводу, а вот давай вот это замутим, а как ты думаешь вот это, но... Такого продуктивного общения 1%, ребя, прикиньте, как не прискорбно. Остальное это, ну так, просто общение, да, кто-то там пишет, о, привет, смотрим твои видео. Конечно, это классно, человек написал, уделил тебе внимание, энергию, но он в личку это написал. Написал наверняка и под ютубовским видео, что помогает продвижению канала, но тут он пишет в личку. И ты, конечно, пишешь в личку, да, брат, спасибо, или сестрица, спасибо, что посмотрели, это классно, помогает продвижению канала. А вот дальше идет такой момент, например, вот мы в следующем году думаем поехать там, может быть, на Бали или на Гоа, что ты посоветуешь? Ну и ты, конечно, начинаешь думать, так, на Бали или на Гоа, ну это зависит от того, какой бюджет у вас, наверное, а насколько вы хотите поехать, а кто у вас там, семья или одиночка, а где собираетесь жить, и вот это ты все улетаешь, и когда ты просыпаешься, минус где-то 20 минут твоей жизни. Ты что-то монтировал, ты что-то делал, а, быстренько думал, ответишь, 20-30 минут, потому что ты думаешь, переписка, потом ответ, тебе надо проверить. И вот поэтому на этот, это вот прям я хочу просто, знаете, trial version, пробная версия, я хочу пробовать отправлять такой как бы бот-сообщение, бот-ответ людям, которые пишут в личку, для того, чтобы их свести в один телеграм-канал, в мой телеграм-чат, я инфлюенсер, чтобы люди писали туда, чтобы я только чат открыл, ага, привет, вижу, так, 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 и вот такой бот-ответ будет прилетать. Салют, благодарю вас, что вы связались со мной, сейчас я участвую в программе «Цифровой детокс», и по условиям программы смогу ответить вам только в общем чате моего телеграм-канала, спасибо за понимание, и там ссылка на мой телеграм-чат. Во-первых, это круто, что это будет людей привлекать в телеграм-канал и в телеграм-чат. А во-вторых, мне нужно будет прыгать там с инстаграма, фейсбук, здесь телеграм, там ватсап, вникать, что-то отвечать, быть вежливым, иногда быть полезным, ну, что не всегда, на самом деле. В основном это так, ну, просто общение без продолжения. Люди хотят признательность свою показать. Но для меня это время моей жизни, и поэтому этот бот будет прилетать. И, друзья, действительно, спасибо за понимание, присоединяйтесь сюда в телеграм-чат, там я буду проверять постоянно. Итак, это был всего лишь первый наш пункт, который я буду выполнять на протяжении 11 дней. Цифровой детокс, второй, утренний воркаут, ну это обязательно, но... Иногда, очень часто, когда много дел, мозг начинает придумывать отмазочки. Он такой, блин, утренний воркаут, тут надо Wim Hof подышать, тут воду дали, надо воды набирать, а здесь уже... И в Гоа стало жарко. Вот сейчас 9:30 утра, уже в Гоа где-то 32. Через 2 часа будет 36. И делать воркаут, ну вот видите, я мокрый сижу, это я разговариваю мокрый, а когда ты тренишь, тяжело. Но челлендж в этом не поможет. Он поможет не искать вот эти, знаете, съезды, как бы вот соскочить с этой тренировки. Нет, брат, ты на 11 дней слово пацана дал, делай. Есть такая поговорка, плохая тренировка, она лучше, чем никакой тренировки. Поэтому вот сегодня тоже было жарко, что-то настроения нет. Начал думать, блин, надо бицепс, там еще пресс. Но ты главное начни. Ты главное сделай один подход на пресс и забей. Вот один подход повесился, ногами поподнимал. И такой... Ну, один сделал подходик, хорошо. Но там же и второй начинается. Думаешь, да ладно, еще один сделаю, будет офигенно крутая, полноценная тренировка. И вот, и дальше понеслась. Они короткие, воркаут утренний, он всего там 30 минут максимум. Ты это делаешь, и потом ты чувствуешься очень удовлетворенным мужчиной. Тестостерон поднимается, ты такой, блин, так, я затащил задачу вторую, которую я для себя поставил. Я молодец. Жизнь эффективнее, ощущение, что я не просто, знаете, воздух копчу, а что я что-то выполняю. Третье. Чтение на английском. Чтение на английском – классная вещь. Почему я это забросил? Потому что я все время залипал в телефоне. И вот пункт первый, цифровой детокс, он поможет мне
освободить время для того, чтобы я читал на английском. Буду читать книгу Creative Visualization. How to correct pronunciation? Wonder. Creative Visualization. Creative Visualization. Вот эта книга очень крутая, она именно по работе с нашими аффирмациями, с установками, с как manage it, handle it, внутренний диалог, как справляться с внутренним диалогом, который, знаете, вот он тоже, наша жизнь, она как наш внутренний диалог. Мы ее не контролируем, с нами все постоянно случается, и мы как следствие все выполняем, пытаемся решить, как-то оформить, как-то затащить. Вот именно этим и занимаются все практики, йоги, буддисты, то, что они стараются этот внутренний диалог, да, они понимают, он все время включен, он что-то болтает, диалог, монолог, осуждает, предъявляет, обороняется. Сколько он жрет энергии, они видят, эти знающие люди, сколько он съедает нашего времени, они это все отследили, и они такие, давайте хотя бы, чтобы этот внутренний диалог, вы были, опять же, причиной его. Так поставьте цель, пусть он аффирмации проговаривает, пусть он говорит, да, я с каждым днем становлюсь все лучше, да, я выполняю свой челлендж, да, я иду по жизни, развиваюсь, у меня есть свои цели, которые для меня важны, и я причина этих целей, я их себе поставил. Вот такая уже пластинка во внутреннем диалоге, она делает вас первопричиной, основой и первоисточником, божественным, потому что это вы придумали то, что он болтает, а не то, что он там, ой, там что-то случилось, ай, эти козлы, здесь его по телевизору показали, ах, вот это нехороший, а вот здесь война, а вот тут это пятое, десятое. Нет, вы переходите совсем на другие рельсы. Поэтому будет чтение английской книги. И последний пункт, прогулка перед сном. Ребята, у меня мечта, конечно, последний прием пищи завершать в 6 вечера, но в связи с тем, как мы тут живем, в 6 вечера у нас закат, мы всегда на пляже, потом возвращаемся, Снеха что-то готовит или покупает, и вот по итогу мы кушаем там 8:30-9. Ложиться я сейчас привык рано, в 10:30 я уже в койке. И поэтому в таком состоянии обожратом это не кай, вы видите, я подзаплывший, пресса нету. Поэтому тема, ты выходишь, где бы ты ни был, ребята, мы тут выезжаем на пляж, будем выезжать, или здесь у нас есть отличная аллейка, мы ходим вечером, я обсуждаю какие-то идеи с ней на английском. Опять же, блин, убиваем всех зайцев. На английском я прям болтаю, прям креативлю. Так, сегодня была вот такая идея, либо берем вот отсюда, с этих бумажек, которые я учу английский, я говорю, блин, берем два слова, вот это и составляем упражнение. Пьюбик, лобковый. Не, давайте с этой возьмем. Вот с этой, в общем, возьмем слова, которые нам полезны. И вот эта прогулка перед сном. Вы знаете, я когда на ипподром ходил, там в Казахстане, мы же все скачем на лошадях. На ипподроме надо лошадь, прежде чем она что-то делает, ее надо погулять. И вот я увидел, что у нее там все устаканивается, у нее как-то все быстро рассасывается. И после этого только на нее потом всадник запрыгивает, и они начинают что-то исполнять. И вот здесь то же самое, я очень обратил внимание, ты обожрался, нельзя залипать, нельзя продолжать смотреть кино или идти спать, нет, ты встал и пошел. 1-2 километра вы увидите, вы начнете идти, вы такой толстый, жирный, через 2 кило ты такой идешь, бодрячок-торчок, классный, гуанский, молодец. Вот такой челлендж, друзья, называется «Цифровой детокс». Присоединяйтесь, вся инфа будет опять же в телеграм-чате. Если вы мне напишите, получите ответ телеграм-бота, вы понимаете, у меня цифровой детокс. Итак, Мастер Рэм с вами, Снеха на камере. Обнимасана.